Добрый день! Сегодня у нас следующая сказка «Лунная дорожка». Дни стояли солнечные, легкие, а ночи звездные, лунные. Вечером ежик с медвежонком пригласили зайца погулять по лунной дорожке. «А не провалимся?» – спросил заяц. «Луноходы», – сказал медвежонок, и протянул зайцу две дощечки. «В таких можно и здесь, и по луне». Заяц поднял голову, поглядел на луну. Она была большая, круглая. Потом на ежика с медведем. «А веревки зачем?» «Чтобы к лапам», — сказал ежик. И заяц стал смотреть, как ежик с медвежонком привязывали к лапам дощечки. Потом привязал сам. Сова сидела на огромной сосне и глядела на них круглыми глазами. «Видишь?» – неслышно сказал заяц сове и подпрыгнул, чтобы попробовать, как у него получается за дощечках. «Вижу!» – неслышно сказала сова. «Сейчас утонете!» «Не должны!» – неслышно сказал медвежонок. «Я рассчитывал!» Он рассчитывал уверенно, но тоже неслышно сказал ежик. «Увидите!» – сказала сова. И заяц неслышно заплакал и отвернулся. «Ну, пошли», — сказал ежик. Шелестя дощечками, они подошли к реке. «Кто первый?» — сказал ежик. «Чур, я третий», — сказал заяц. Медвежонок сошел к воде и захлопал дощечками. Медвежонок шел прямо к середине реки, не проваливаясь. И ежик спрыгнул с берега. Побежал следом и тоже не проваливался, а заяц не знал, как ему быть. Но все же он спрыгнул и тоже побежал и догнал ежика с медвежонком. Они шли по лунной дорожке к середине реки, и заяц боялся смотреть на свои дощечки. Он чувствовал, что не может так быть, что еще шаг, и он обязательно провалится, и потом... Заяц шел, задрав голову и глядя на луну. «Боишься?» – спросил ежик. «Боится», – сказал медвежонок. И заяц думал, что стоит ему сказать слово, и он обязательно провалится, и поэтому молчал. «Язык проглотил», – сказал медвежонок. «От страха», – сказал ежик. «Да не бойся ты!» – крикнул медвежонок. И провалился по колено. Заяц вздохнул. И еще выше задрал голову. «Не бойся», — сказал ежик, подхватив медвежонка. Но заяц все равно не верил, что такое может быть, и дошел до другого берега, ни разу не взглянув вниз, молча. «Пошли назад», — сказал медвежонок. «Видите, здесь луна, на небе звездочки, и сова сидит и смотрит, что же они делают». В темноте сова все хорошо видит, а днем нет, она спит. «Нет», — сказал заяц и вылез на берег. «Чего же ты боишься?» — сказал ежик. «Идем», — позвал медвежонок. Заяц помотал головой, а ежик с медвежонком пошли на тот берег. «Вот они тут, на тот берег, вот они идут на тот берег», — думал заяц. И не проваливается. «Но ведь такого не может быть. Не может быть такого!» Неслышно кивнул заяц. «Ну, — сказал медвежонок, когда они возвратились, — прыгай!» Лунная дорожка золотой рыбой лежала поперек реки. Голова ее упиралась в тот берег, а хвост шевелился у самых заячьих лап. «Не бойся! — сказал ежик. «Прыгай!» – крикнул медвежонок. Заяц смотрел на своих друзей и неслышно плакал. Он знал, что во второй раз ему уже ни за что не пройти по реке. Видите, ночь, луна, звезды. И здесь такая лунная дорожка. Эта луна отражается в реке и получается как дорожка. Они взяли дощечки, а дерево, оно же не тонет, привязали к ногам. И потом шли, самый тяжелый медвежонок,
Если что, то он, видите, провалился один раз по колено. А за ним шел ежик, и потом зайчик шел и боялся. Потому что зайчишки, они все трусишки. Хотя он самый легкий из всех. Такие приключения у них были. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец и до следующей встречи, друзья!